Бросок конфетка. Ну и у нас теперь уже следующие спортсмены выходят на ковер. Да, и теперь латвийскому спортсмену будет противостоять самбист из Мексики. Тоже не ближняя страна. Школа из Латвии, конечно, более развитой будет выглядеть, я думаю, на фоне спортсмена из Мексики. Да, это Артурас Чернавскис, вот такой спортсмен из Латвии. Ну и мексиканец даже попытался первым атаковать, но опрометчивое было решение. Сразу на удержание прихватили. Видимо, что Чернавских достаточно опытный спортсмен. Воспользовался ситуацией, прихватил. Я вижу, ручку там уже готовит на болевой. Присматривает и будет переходить. Но здесь не так уж прост. Мексиканец Паланка. Ожеда. Ожеда Паланка. Сборная Мексики. Знаем мы мексиканцев как волевых спортсменов. Но сейчас, конечно, видим мы, что класса и опыта не хватает мексиканцу. Схватили его за ногу, он взял, да давай через себя перекидывать Чернавскиса. 4 балла уходит в Латвию. Тем временем, вот удивительно, на соседнем ковре спортсмен из Японии борется со спортсменом из Армении. Такая ожесточенная была встреча, но видно было, как, что японские спортсмены у нас уже тоже подтягиваются к странам-лидерам. Также хотят, как и в дзюдо, быть в единоборствах хорошими. И отмечали уже и вчера, но, к сожалению, проиграл спортсмен из Японии. Но всего лишь балл, и такие красивые были подвороты. У него совсем чуть не хватало, чтобы довести до оценки. Да, вот. И Японии вчера у нас отмечаем, тоже за выход да. в финал боролся Павел в весовой категории 90 килограмм. И с большим трудом он одолел. Там счет 2-1 был, насколько я помню. Там он вел 2-0, но потом начал набирать обороты японец. И это, конечно, было очень волнительно. Но у нас встреча заканчивается. Снова падает на 4 балла мексиканец. Не повторил он судьбу мексиканца из рассказа Джека Лондона. Но вот так вот обнимает своего соперника, благодарит. Отличная школа для сборной Мексики. Конечно, пока в боксе у мексиканцев получше получается. Будем надеяться, придет время, когда и сборная Мексики будет в лидерах по самбо. Но тяжело в любом случае странам, конечно, догонять, но это везде такая присутствует тенденция, что, в общем-то, страны...